выглядят полицейские на пляже. Полис бич. Бич полис. Ох, ты край. Отсюда лучше будет. Либо с той стороны на меня. Пап, так? Илюша, расскажи нам, как прыгнул. Не так страшно, весь дрожишь, ну и все. Ну, короче, мы зря отдали 200 рублей. Нет. Нет? Все, если ты слушаться не будешь, мы тебя сразу вот сюда. Согласен? Мы с Анюткой. Нет. Мы с Анюткой. Взяли экскурсию в горы на УАЗиках. Сидим, ждем, когда нас подъедут, заберут. Дольмен. Что такое дольмен? Залезай туда. А что, можно, да? Да. Ну давай, залезай. Сейчас держи рюкзак. Если ничего не упадет, так опять желание. Они залез. Типа старше пирамид. Что? Старше пирамид, как бы дольмены. И как бы это, короче, так появилось, ну... Никто не знает, как они появились. Ну это как там в этом, как камни расставлены. Типа Стоунхендж, да. Да, Стоунхендж. Стоунхендж. Можно где-то взять? О, деньги. Собирай давай. Деньги, да? Да. Шутка. А что ты можешь?
Ну-ка, засними меня возле дольмена. Давай. Засняла. Он что, типа, что он вообще делает? Он стоит. Он стоит и все? Да. Стоит и приносит деньги. Он, всем он точнее, он грабит людей. Я хочу на декорацию. А я нет, что ли? Ладно, ладно, я помогу. Дамы и господа. Река Ачибс вышла из своих берегов и больше в них не вернулась. Дамы и господа, смотрите налево. Привезли нас к водопадам, предлагают в нем искупаться даже. Сейчас. А экшн-камера где там? Экшн-камера вон там в рюкзаке. Можно я под водой в водопаде сниму? Посмотрим, что тут. А, мама. Сначала сверху. Так, дамы и господа, перед вами водопад. Спускаемся аккуратненько. Вот это искупаться? Да. Водопад. Водопадище. Водопадище. Мне страшно. В принципе, это выглядит красиво с этой стороны. Тихо. Ой, сори. Давай. По камушкам, по камушкам. По камушкам, по камушкам, как папа. По камушкам. Оп. Не, ну красиво. Оп. А потом обратно, да? Мы преодолели водопад. Не, ну красиво. Пойдешь к водопаду? Встанешь туда? Давай. Давай, давай, давай. Ну чего ты? Скользкий? Да. Ну давай, аккуратненько. Что, так хочешь? Ну давай пройди туда, Ань. Слышь, Ань. О, Ань. Вот тут по камушкам поднимись. Девчонки хотят искупаться. Ну давай, проходи, Ань. Ну иди давай.
Ну что, вот, подойди туда, к водопаду. Давай, стой там. Да, 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 да. Добрались еще до одного какого-то водопада, что ли? Да. Это была еще та поездочка. Нога под землей. Ноги. То есть, фу, блин, земля под ногами трясет. Вот уж поистине русский отдых, экстремальный отдых. Запусти сюда какого-нибудь европейца или американца. Они точно сознание потеряют. Давай догоняй. Чемоданы, документы. Давай, аккуратненько. Чего? А после этой экскурсии выживают? Не все. Видела, шлепки там были? Но это тех, кто не выжил. Аккуратно, тут скользко. Да, можно чуть-чуть. А? Да нет, это просто куда побрековало. Можно как бы еще чуть-чуть туда, но там чашечки там. А там? Нифига себе. А, аккурат. Я тебе говорила, а на первом водопаде еще больше. Надеюсь, мне потом плоско не станет от этого. Ты что, она же... Это источник, свежий источник. Ну, симпатичные водопады. Единственное, что, конечно, диковато это все у нас как-то. Не хватает мне, избалованному туристу,
асфальтной дорожке. Нормальных канатных, ну не канатных, а нормальных ступенек, да. Ступенек, мостов нормальных.